это не просто профессия, это призвание. 5 октября в России и более чем в 100 других странах отмечается День учителя. Во Всероссийском детском центре «Смена» прошел праздничный концерт для работников сферы образования. Заместитель директора ВДЦ «Смена» Алексей Резник поздравил коллег с профессиональным праздником. От всего руководящего корпуса сказать вам большое спасибо и дать вам низкий поклон, потому что то, что делаете вы, позволяет нам называться Всероссийским детским центром и флагманом среди всех детских организаций России. Учитель – это человек, который помогает мальчишкам и девчонкам понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества и найти свою дорогу в жизни. Для своих учеников они становятся настоящими примерами для подражания. По традиции в подарок педагоги получили цветы и яркие творческие номера. Заместитель директора ВДЦ «Смена» Алексей Резник вручил благодарности лучшим педагогам за профессионализм, творческое и интеллектуальное развитие детей. В этот день хотелось бы пожелать своим коллегам, педагогам, тем, на которых и держится наш центр, который прежде всего является образовательным центром, всероссийским образовательным центром. Хотелось бы пожелать здоровья крепкого, творческих успехов, дальнейшего всем развития, потому что учитель никогда не устает учиться. День учителя я хочу пожелать всем коллегам, с большой буквы коллегам, тоже здоровья, благополучия, благосостояния, благодарных учеников, и чтобы ученики помнили их и вспоминали добрым словом, приходили в школу.